Так, а у нас наступила наконец-то зима. Сегодня у нас 29-е, пора бы уже. А я иду в метро докупать то, чего мне не хватает на Новый год. Потом все покажу. Допросились мы у погоды такой зимы. Ну вот, вернулась я с магазина метро. Короче, это мои предпоследние закупки перед Новым годом. Осталась колбаса, нарезка, мандарины, куриное филе, такое. Значит, что я купила в метро? Это свою краску. Сейчас, как всегда. Заходи. Так. Свою краску. Гарниер 111 платиновый блонд. Покрашу завтра. Так, по 40 гривен почти. Воршки 15% простоквашино. В акции была Макфа макароны по 15 гривен. Взяла вот такие вот ракушки, мне нравятся. Дальше взяла около полтинника вот такие конфеты. Вот Рошен, ассорти элегант, но они вот с молочный шоколад, они самые вкусные. Тут разные вкусы есть. Трюфель, карамель, вишня очень вкусная. Пралине. Так что, ну, в принципе, очень дорого стоят рошеновские конфеты. Ну, и недалеко ушло и АВК. Но если брать по вкусовым качествам, то самое то вот эти конфетки. Дальше взяла это грибную приправу. Это я картошку ложу. А две пачки масла взяла селянские по 23 гривны и 82. Это на бутерброды с икрой. И это буду печь медовик. Взяла 63%. Дальше набрала по 6 гривен вот таких вот маленьких майонезов. 4 штуки, да, провансаль щедро, 67%. И там заправить оливье. И это взяла на стол поставить вот такой вот провансаль. Тоже он по 14 гривен. Так, кетчуп лагерный, тортель, булочки, хлеб. Так, Лоли взяла упаковку, шею, упаковку куриных лап. Также взяла сейчас на ужин пожарить с луком печенку куриную. Она в районе 32 гривен. Так, взяла сметану 21%. Это я буду печь торт медовик. Так, взяла вот такую каву зельвова. Попробую, никогда не брала. Вот, заваривать ее. Она стоит 22 гривны. Такая маленькая, 75 грамм. Ну, посмотрим. Взяла мало, потому что не пробовала. Также взяла печенье, творог, сметану. Так, и покупки на Новый год еще взяла вот такие на оливье и на шпроты огурцы маринованные Верес около 20 гривен. Также взяла асаледес вот такой флагман Вали, он очень вкусный, тоже в районе 22 гривен. И вот взяла икру. Икру я взяла камчадал зернистая по 99 гривен, 99 гривен килограмм банка. Ну, не знаю, она такая. Не скажу, что среднячок выше, ну, ближе к высшему классу. Главное, что вот был 8 месяц. В принципе, она неплохая. Мы ее брали, потому что что-то я пожлобила взять шаланду за 180 гривен. Думаю, так, на бутерброды поесть такая пойдет. Если бы для гостей, то она ничем не хуже, между прочим. Так, в рублях я напишу внизу, сколько это. Сумма у меня обошлась, а в гривнах 500 гривен 54 копейки. Вот такая вот покупка на сегодня у меня. Немало, я скажу, немало. Что-то все подорожало. И в метро подорожало. Я могла бы не ехать, но краску, икру, вот такой флагман ВТБ я не найду. Лола выглядывает. Ей же купили и не дают. Так что все. Спасибо всем за просмотр. Всех с наступающим. Всем пока-пока!